Отложи все дела на 14 сентября и не приходи на выборы. Не приходи. Ну и зачем тебе это? Твой голос все равно ничего не решает. Я думаю, не стоит идти. Ты всего лишь один из миллионов. Куда идти? Вообще-то, 14-го у меня день рождения. Нет, я в этот день не могу, я на даче. Серьезно, не приходи. Опять выборы. Да сколько ж можно? Выборы, выборы, кандидаты... Нет, я не иду. Мне все равно, тебе все равно. Это не модно. Все за нас уже решили. Не приходи. Подождите, стоп, давайте, стоп, стоп. Стоп! Что за чушь? Кто писал этот сценарий? А мы снимаем ролик о том, что нам не нужно приходить на выборы, я вас правильно понял? Известные люди говорили, не приходи. Ну, имею в виду, что приходи. Ну, видел? Нет. Ха! Вы еще Варламову позвоните. Скажите, чтобы он тоже не приходил. Вы позвонили мне в Америку только ради того, чтобы я сказал, не приходи на выборы? Вы в своем уме? Как я не приду? Приду и жену с собой приведу. Да ладно, шучу. Приходи. Тебе стоит это сделать ради твоих близких. 14-го у меня день рождения. Два праздника в один день. Я иду на выборы, потому что это мой первый раз. Ну кто-то же должен следить за состоянием больниц, дорог, детских садов. Я за сохранение культурного наследия Самары и Самарской губернии. Я хочу, чтобы у тысячи маленьких самарцев была возможность заниматься спортом. А я хочу новые качели. Не хочешь на выборы? Не критикуй власть. Право выбора. Это свобода. Область должна развиваться. Я иду голосовать. Приходи и голосуй. Приходи, это ведь так просто. Это хорошая идея. Приходи. 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 Но почему нет? Приходи и проголосуй. Выбери свое будущее. Я иду на выборы. Встречаемся все 14 сентября на избирательном участке.